Всем привет! Хочу показать несложную задачку по 3 копеечки. Делается более-менее нормально. Вот сама задачка. Короче, дается нам ссылка на сайт Patreon. Переходим по ней. Попадаем на страничку, ну типа аккаунты чьи-то, вот доктор, профессор. Надо определить, есть ли тут что-то связанное с 18+, там любые намеки на то, что тут есть контент сексуальный какой-то. Переводим страничку и бегло читаем. Если где-нибудь упоминается, что есть типа какой-то контент, что за деньги могут предоставить или что-то такое там, без цензуры, типа что-то могут публиковать. Но тут ничего такого нету. Ничего интересного. Поэтому первый вопрос у нас задается, открылся ли сайт этот Patreon. В основном всегда да. И уже тут, если NSSV, ну то есть контент этот ставим нет. Тут у нас что? Смотрим внимательно картинки, чтобы там не было секаса никакого. Если есть где-то титьки или что-то подобное, явно, как говорится, то ставим. Тут ничего такого нет. Тоже жмем. Открывается, ничего нету. Следующий. Личная политика, как ебать фортепиано. Фига себе. Трахать. Шарашный происходящий трах. Все это пришлось сразу герсиях. Тут как бы фотографии нету. Но записки такие развратные. Поэтому я так думаю, что тут можно поставить да. Ладно, не будем долго рыться. Ставим да. Иногда надо и тут вот смотреть. Да, повышение духа, описание преимущества уровня. Вот тут. Ленинградский народ гордит своей едой. Доступ к личному храму. Короче, надо внимательно проглядывать, чтобы нигде не проскочило ничего такого пошлого. Кстати, BDSM и все вот эти тоже идут как да. А тут поставим нет. Последнее. Тут уже что-то развратное. Если вам нравится, добавлю терапию. Просто хочу, чтобы была поддержка, помощь, подошла. Так, не знаю, насколько тут серьезно. Но вот это вот стояк, это уже какой-то намек нехороший. Поэтому поставим да. Отправляем. Получаем 3 копейки.
Можно еще одну просмотреть так быстренько. Что-то попадается много писанины. Обычно поменьше выходит. Так что несколько. Типа какого-то рассказа просто публикует. Главное, чтобы он не был порнографическим или с каким-то таким уклоном. Короче, тут какая-то сказочка какая-то. Ставим нет. Создает какие-то другие искусства. Я рисую вещи, такие вещи для комиксов. Когда находим просто на оригинальной вентиляции иллюстрации. Ну тут он пишет, что комиксы рисует Чена. Ничего тут такого страшного для детей, типа явно нет тут ничего сексуального. Ничего криминального тут нету. Опять куча писанины. Так, ребята, сегодняшний хороший день. Ужасно, крайне. Кстати, в какой-то задаче получил одну ошибку. Там тупо был хэштег. Хэштег, не помню, относился к фетишу. Просто был хэштег на английском фетиш. А я его проглядел. Получил ошибку, надо было ставить да. Хотя на странице толком ничего такого страшного не было. А под картинкой был просто хэштег фетиш. Так что имейте в виду. Так, тут тоже у нас чисто. Дойдут они до сервиса или нет? Да. А условие, кстати, этой задачи, что не меньше 45 секунд надо на этой странице находиться. Имейте тоже это в виду. Да. Все нормально. Сейчас, короче, никто никого тут не поймел, поэтому что нет. Так.
писанина. Гладность. Ну, это какие-то выдержки из книжки, какие-то урона заклинаний. Урона заклинания — это стопудово что-то магическое. Никак не сексуальное. Короче, тут тоже ничего нет. Поехали. Вот следующая задачка идет одна за другой, как бы по 3 цента. Особенно кто быстро читает, так это, в принципе, задача несложная. Так что всем удачного выполнения и хороших заработков. Пока-пока.